Во, тебе другое дело. Можно к вам? Просто не хочу быть в одной команде с этим телепортером. Боюсь, нам придется разделиться. Давай Мацу и Фа. Кто выиграет, пойдет в команду к Карандашу. Так и быть. Думаю, назвать нашу команду «Счастливые Орлы». Что думаете? Нет, банальщина. Нам нужно что-то более эпическое. Да, мы должны иметь более крутое название, чем у них. Согласен. Название нашей команды будет просто супер. Стоп, ну я же... Время для первого испытания! Соревнование закончится через неделю, поэтому у вас достаточно времени, чтобы подумать. Дерзайте!